Привет! Я только что сходила в магазин и докупила то, что мы с Лёшкой не купили. Сегодня жара, даже запах лета. Так, что я купила в Драгерке? Что я купила? Кто тут знает, как тут выколопать? Пленка для продуктов. Шампунь. Как я люблю этот шампунь. Мы с Лёшкой его вдвоем так полюбили. Зубная щетка. Гель. Душ. Original Source. Средство для плит. И таблетки для посудомоечки. И теперь мы возьмем еще и продукты, которые я купила в Лидле. Да, видеокамера не передаст размер, но этот ворон просто невероятно большой. Огромный, я не знаю просто даже. Сколько он сантиметров? А? Да не знаю, огромное чисто. Он на орла больше похож. И чё ты тут один? Где мальчик? Смотри, один дом стоит на горе. Самолет так низко летит вообще. Сегодня у нас плюс 28, и мы гуляем потрясающе просто. Ну что, мы с вами в Волштейнском саду. Пытаемся найти павлинов, но что-то они все прячутся. Голоса слышно, кричат, но не видно. Нашел. Привет. Привет. Привет, бусинка. Блондин. Блондинка, походу. Черненькая. Вот такие к нам плывут прелести. Огромные. Сантиметров 50, наверное. Золотые рыбки. Золотые рыбки. Ты ко мне подплываешь, ты кушенькать хочешь? У меня ничего нету, и написано, что кормить вас нельзя. Черные птички младенькие. О, бози, какие сладенькие. Обалдеть. Ну и куда мама ушла без него? Смотри, какой он маленький, а ножки большие. No. Ой, какой сегодня. Ой, маленькие рыбки. Жаркий день, классно.
прячется от жары. Привет, пупсик. Ну не трожь, не трожь, ему некуда убегать, нет. Он же боится. Ну дай тебя потискать, красавчик. Все, он на тебя злится так. Пыжится. Какой хорошенький. Красотун. Жишковым и виноградами. Тут у нас квартирки, это въезд в дом. Насквозь можно проехать и запарковаться во дворе. Тут почтовые ящики, классика абсолютно. И здесь вход в дом непосредственно. Вот так вот. Это историческое здание, но внутри тут никакой особо лепинки нету. Ну что, у нас вечерние посидушки за мороженым. Уже закрывается торговый центр, но мы только выбрались и сейчас сидим и кушаем мороженое. И только мы его купили, его уже просто унесли куда-то туда, в свои технические помещения. Затарились продуктами, и даже все не поместилось в пакеты, так что что-то придется нести в руках. Ну что, сейчас опять длинные выходные, завтра праздник государственный, и у нас не получается абсолютно никак проводить вторые выходные подряд. У Лёшки очень много работы, так что я занимаюсь своими делами, уборками генеральными всякими, ля-ля-ля. Вот, с подружками провожу время, а он пока работает. Так что мы пока порознь стараемся хотя бы вечерами видеться, проводить вместе время. Наконец-таки затарились на этой неделе. А то, что я тоже не добралась, столько работы было, столько дел по мелочишке. Там что-то купить. А так что-то крупненькое даже и не получалось.